Теребашник Куктебе, это оно проектировалось, оно, во-первых, находится на склоне горы Куктебе, юго-восток от центра города. Высота башни 372,5 метра, высота шпиля антенны этажерки 124 метра. Вес металлоконструкции башни 5,5 тысяч тонн, а железобетонных изделий 43 тысячи тонн. Монтажные работы по башне начались с 1978 по 82 год. Велись монтажные работы. По завершению монтажных работ самой телебашни с 82 по 84 годы велись уже монтаж телевизионного радиотехнического оборудования. Уже в 84 году уже с телебашни начали вещать в эфир уже 6 телевизионных и 4 радийных канала. На данное время у нас есть вещание 14 телевизионных и 14 радийных каналов в аналоговом режиме. Теперь хочу перейти к цифровому телевидению. Ну, цифровое телевидение у нас было запущено в июле месяце 2012 года. Сводом цифрового телевидения освобождается большой диапазон частот в метровом диапазоне и частично в десятиметровом диапазоне, где эти частоты можно будет использовать уже как для нужд сельского хозяйства, так и для Министерства обороны и так далее. То есть это мы высвобождаем большой диапазон частот. Но теперь вы видите, вот здесь вот это центр мониторинга. Вот вы здесь видите, во-первых, вот на этом экране видим этот сигнал, который поступает со спутника на наше передающее устройство. Ну, вот такие центры, типа, они мини-центры есть в каждом областном центре. Это центральный центр управления.